Открыли турнир «Ярославский Локомотив» и действующий обладатель Кубка Гагарина «Акбарс». В 19:30 матч Сочи и китайского «Куньлунь Ред Стар». Также в гости к сочинцам пожалуют финалист Запада плей-офф петербургский «СКА», а также Олимпийская сборная России. Это ближайший резерв главной национальной команды. В ходе соревнования каждая команда сыграет по 4 матча. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех матчах. В понедельник хоккеисты дадут мастер-класс юным сочинским спортсменам. Также будет презентована национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина». В стартовом же матче букмекеры считали фаворитом казанский «Акбарс». Однако уже в первом периоде он получил шайбу в свои ворота. Взяли реванш, потом снова пропустили. Итоговый счет 4-2 в пользу «Локомотива».